Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим проходить игру Южный парк. Вчера мы закончили на том, что мы попали в это логово, и на нас напали эльфы. Мы создали персонажа, он у нас воин, как мы видим. Давайте выйдем на улицу, потому что сейчас, как я понял, там нас ждут приключения. Карна, стража, к воротам, держать оборону. Иди в жопу, темный эльф. Идите и возьмите. Лайт, охраняй палку истины, пока мы обороняемся. Так точно, капитан. Теперь вперед, чмо, это твой шанс проявить себя. Охренеть. Короче, я так понимаю, мне надо проявить себя. Паттерс, ты проигрываешь, хватит проигрывать. А кому мне леща дать? Ага, вот он ты, лопоухий. Прям Зевс какой-то. Давай, чмо, надери этим эльфам задницу. Отразили. Получай. А, мне надо излечиться, я понял. За один ход ты можешь использовать один предмет, ну понятно. Это понятно. Этот парень, быстро. Ой, пропустил. Если дело не выгорит, поработай чучелом. Так понял. Короче, меня тут ущемляют. А понял, я блокирую, блокирую. Можно так ошибаться. Почему первый раз пролетает? Непонятно. Получай. Выше бы ему все мозги. Так и теперь мне атаковать. Что, используем рукоприкладство. Пойдем. Получа, эльфийский стрелок. И ты сейчас получишь по заслугам. Эльфийский защитник, прощай. Отличная работа, чмо. Тыры-пыры тролливали. Так, победа. Лук отстойности, эликсир силы, целебный эликсир. Что, давайте поможем нашему другу. Только сначала мы соберем все деньги. Эликсир скорости, фигурка Филиппа, старая бейсбольная перчатка. О боже, котенка, спасем котейку. Котейку обижать нельзя. Карна, ну погнали, чмо. Почувствуем гнев. Разили стрелу. Короче, налупим сейчас кое-кому. Я не понял, ответочка. Карна, что ты улыбишься, я не понял. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wuss. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Эти обучалочки. Да, свидули. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Так, стрелы не помогут, давайте что-то используем другое. Используем способность, как обычно. Кому-то, ай, как больно. Паршивцы. Ага, не так все просто, я понял. Так, это не работает, значит, используем еще раз способность. Получай. Отлично работает, чмо. Ты позволяешь, жирный. Так, денежки, погнали дальше. Поможем Баттерсу, это он его сейчас там
Надо пиздохать. Это бестолочь. Пошли на дело, чмо. Ну что на меня? Okay, that guy has a shield. Так, это понятно. Давайте сломаем щит ему. Опять щит. Сколько он их делает, я не понял. Это просто надо было гораздо быстрее делать. Так. Снижение урона, я понял. Короче, просто обычное обучение проходим. Ударь эту суку со всей мочи. Получай. Падла. Если это самая была мощная атака, то это самая слабая атака из мощных. В игре спрятаны 30 чипокамонов, сможет отыскать их. Нет, не сможет. Валите, паршивцы. Да, шикарно, получайте вонючий эльф. Удачи в следующий раз. На-на-на-на-на-на. По-прежнему управляйте вселенной. Управляем вселенной, ха-ха-ха-ха. Палка истины. Эльфы сперли ее. Да, это было одно единственное задание. Охранять гребаную палку. Отныне ты изгнан из времени и пространства. Что? Нет, ты не можешь это сделать. А вот я могу, ты изгнан из времени и пространства. Ага, иди домой, Клайд. Ты храбро сражался, чмо. Да, это новичок может и чмо набраться, но умеет. Скотт никогда не интересовал твое мнение, короче, у нас что-то там. Что за субтитры, блядь, быстрее? Новый член нашей команды позаботится о том, чему лети на район и найди моих лучших воинов Токена, Твика и Крэга. Я сейчас скину тебе их фотографии. Но будь осторожен, там полно темных эльфов, мародеров, монстров и шестиклассников. Вооружись как следует. Ступай же и приведи сюда моих воинов. Погнали. Чики-брики. Охренеть. Погнали. Я Ни хрена себе, я разблокировал первый флажок. Приятель разблокирован. Здравствуйте. Эликсир скорости. Конечно, мы его заберем. Так, найди... Это понятно. Угу. Доступно. Главное, Баттерс. Способности. Доступно обновление. Ну давайте мяточку. Нам нужна эта способность. Ключ от дома Баттерса. Отлично. Баттерс, это твой частый гость. Оба. Бородка злобного Картмана. Ключ от гаража Картмана. Деньги. Как мы там устроим ему? Сейчас мы везде устроим. Сейчас мы заберем. Пингвин. Мы взяли пингвин. Так. Кушаешь. О, блядь. Пук-пук-пук. Боже, до чего, короче, игра, как говорится, сказочная. Понял, погнали. Что стоишь, веснушка? Король магистр говорит, что я слишком рыжий, чтобы быть человеком, но паладинс, Паттерс, паладинс бьется за правосудие. Короче, проваливай. Боже, короче, он настолько пукает, что движется просто, блядь, снег. Интересно.
Ну я понял, да, допустим, короче говоря, стрелять из дальнего оружия. А можно сказать, как это делать? Интересно. Ясненько. Где-то... Ага, вот, стрельба. Почему нельзя в играх делать элементарные вещи, как... Ну, когда ты первый раз заходишь, да, там, обучение, это, кажется, полезно. Но нет. Ладно, пойдем, Баттерс, потом узнаем, как это делать. Пиздюк. Ну что там лежит? Да, пошел вон, Баттерс. Повелитель. Джимми. Боже. Джимми. Куда ты меня можешь отвезти? Я даже боюсь представить. О, Джимми. Короче, это такси от Джимми. Пожалуй, мы просто дальше пойдем. О боже, на меня напали эти паршивцы. Мне ясно, ребят. Будет вам бобу-боб. А ну, лицо со шрамом, давай, дай лещаем. А шо я не понял, ты шо, сражаться не собираешься? Короче, надо еще привыкнуть, потому что тут есть контратака. Целебное прикосновение. О боже, он дотронулся, я здоров. Ну что, молот правосудия. О боже мой. У меня кровотечение. Ну, я понял, окей, у меня кровотечение, что мне делать? Wait, whose turn is it? It looks bad. Here, take some of this magic cure potion. Можно использовать целебный эликсир. Сразу полегчало. Make sure you always carry a few potions. Just don't get grounded for raiding the apothecary's pantry. Не повторяй моих ошибок, говорил Паттерс. Не повторю, не волнуйся. Так, используем. Ну нет, 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 нет. Боже, не его. Зачем я это сделал? Он же и так был полукалека. Ошибку допустил. Молот Баттерса. Короче, Баттер сейчас отъедет, я думаю. Так, дружище. Стреляем в этого гуся. Fuck yeah. Как ты смеешь? Карна, ответочка. Так, Баттерс, тебе надо вылечиться. Вылечиться. Сейчас, блядь, отъедет, и мы проиграем. Оно нам надо. Так, он нихрена не может. Имбецильный. Боже, с кем мне приходится работать? Еще бы удары, как говорится, блокировать, а не просто заниматься обычаем. Один остался. Нам надо его победить, потому что способности на него сейчас не действуют. Отлично.
на грани, как говорится. Что? Что за бред? Так, восстанавливающий эликсир. Целебная. Давай, хавай. Живи, дружище, живи. Главное, не погибай. Боже, паршивцы эти эльфы. Господи. Боже, ну зачем я нажимаю, когда он еще не готов? Засунул палку ему в жопу. Вот и отъехали. Наша вторая победа за сегодняшний день. Да, ребята? Пойдемте дальше. Никуда нас ведет эта дорога? Скользкая. Я офицер в Барбаре. Бар Брейди. Добрый вечер. Что это за женщина? Лучший способ попасть в Канаду через... Что? Куда? Короче, закрыто. О, господи. Так, выбрать процедуру. Анестезия для носа. Переносится и кончик носа. Носовой хрящ на ноздри. Гельсинхоф. Ринопластика атома. Боже, нет. Мы не будем ничего менять. Нас все устраивает. А что у нас здесь? Деньги, комок, паутины. Боже, что там происходит? Ребята, что там? Мне кажется, там просто рубают людей. Ключ от офиса. Рикардос. Ну что, ребята, давайте посмотрим, что у нас стало за задание. Наши новые друзья. Так, возраст 9 лет там. Так. Ну, задание завербует токены Крейга. Понятно. Иди, Эспер, разблокируй все флаги быстрого перемещения в окрестности Южного парка. Ну что, на сегодняшний выпуск все. Как говорится, продолжение следует в завтрашнем выпуске нашем. Как обычно, я его буду выкладывать вечером. Так что всем спасибо, ребят, за просмотр. Не забывайте подписываться и лайкать канал. И все мои видосики. Всего доброго, ребята.